Я в Эф-Ассанали представляю команду Сателюкс из Казахстана. С какого города ты именно из Казахстана? С Караганды. Ты вообще часто приезжаешь в Россию на соревнования? Да, часто. На Лигу ЕСИБИ? Ты на Лиге ЕСИБИ первый раз борешься или нет? Нет. Я на чемпионате России ЕСИБИ выступал. Четвертый раз на мире ЕСИБИ. Какие у тебя результаты были на прошлых чемпионатах? На чемпионате России первые. На чемпионате мира первые тоже. Вторые были, третьи. У тебя в сетке были представители в основном из российских спортсменов же, правильно понимаю? Да, или казахи таджики. И с каким представителем стран тебе будет тяжелее всего было бороться? С нашим казахом в финале. А как ты будешь оценить уровень российских спортсменов среди детей? Очень хороший уровень борьбы, конкурентные схватки. Сколько ты схваток боролся именно сейчас до золота, как ты дошел? Сколько схваток провел? Три. Три? Как все схватки выиграл? Схватки были хорошие, борцы конкурентные, как я сказал, yes. И сильные, сильные. Ну как именно выиграл, по баллам или с сабмишеном? В этот раз сабмишен не удалось сделать. Первую схватку выиграл 16-0, вторую 5-0 и третью 2-0. То есть по баллам всегда прошел, да, схватки? Да. Ты в ноуги завтра борешься? Да, завтра я борюсь в ноуги. А так вообще много из команды прилетело у вас спортсменов сюда, именно из твоей команды? Из моей команды я приехал один. Ты один представляешь команду, да. Получается, да? А так вообще ребята из твоей команды приезжают в Россию на ЕСИБИ? Да, тренер мой приезжал, да. А вот смотри, что тебя смотивировало приехать из Казахстана сюда в Россию, чтобы поучаствовать в этом турнире? Да. Что тебя смотивировало приехать в Россию на этот турнир? Как я сказал, хорошие схватки, конкурентные, сильные борцы. И в плане ЕСИБИ очень хорошая организация. А ты бы хотел, чтобы, допустим, ЕСИБИ проводил где-нибудь, может, в Казахстане? Вот. Да, ты... хотел бы. Я бы поборолся. А другие ребята поборолись бы на таких турнирах, если бы были в Казахстане? Конечно. Потому что ЕСИБИ – это большая конкуренция и хорошие схватки. Что ж, я тебя поздравляю с первым местом. Нугин желаю точно так же занять первое место. Спасибо. Только Алга.